Многофункциональный центр «Мои документы» начал оказывать новую услугу юрлицам и индивидуальным предпринимателям – резервирование расчетного счета. Подать документы можно в 28 офисах МФЦ, работающих на территории Башкортостана. Новый сервис позволяет предпринимателям еще до фактического открытия счета получить его номер и узнать платежные реквизиты. Услуга предоставляется бесплатно. Номер банковского счета резервируется на срок не более месяца. Зарезервированный номер счета можно указывать в договорах, заключаемых с контрагентами, так как он не изменится после открытия счета. Напомню, что ранее многофункциональные центры стали оказывать услуги бизнесу по предоставлению информации о недвижимом имуществе, где можно разместить свое производство или открыть офис, об участии в закупках товаров и услуг, а также информацию о формах и условиях финансовой поддержки.